Привет, друзья! Осень все больше вступает в свои права, а мы продолжаем готовить тыкву. В предыдущих видео мы готовили десерт из тыквы, а также мясо в тыкве готовили. А сегодня запечем тыкву под сыром в сметане. Простое, но очень вкусное блюдо. Начинаем! Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Выкладываем подготовленную форму. Добавляем измельченный чеснок, по вкусу соль и специи, у меня итальянские травы. Также добавляем немножко сахара, измельченный укроп, сметану и не забудьте добавить 50 мг воды. Все хорошо перемешать. Добавить кусочки сливочного масла, накрыть фольгой и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Через 30 минут достаем, аккуратно, чтобы не обжечься, снимаем фольгу, перемешиваем тыкву, чтобы все хорошо пропеклось, и посыпаем натертым сыром. Ставим опять в духовку на 10 минут. Тыква, запеченная в сметане, получается очень нежной, с мягким сливочным вкусом. Для разнообразия осеннего меню – то, что надо. Вкусная запеченная тыква готова. Это может быть как самостоятельное блюдо, а также можно и в качестве гарнира использовать. Вкусно и в горячем, и в холодном виде. Сохраняйте скорее рецепт. Приятного всем аппетита и готовьте с любовью!